Я приветствую всех подписчиков и зрителей моего канала из Одессы. Сегодня у нас 9 октября, и хотел бы рассказать, что у нас в Одессе со светом. Значит, относительно света ситуация более-менее стабилизировалась. Ну, лично для меня, не знаю, как у кого, как в других районах обстоят дела. Вот. У меня свет сегодня включили в 12, где-то еще, наверное, не было 12. И вот уже практически 6 часов вечера, слава богу, его еще не отключали. Хотя предупреждают о том, что в Одессе, в Одесской области продолжают действовать экстренное отключение света. И аварийные, и экстренные. Вот. Но, в принципе, как бы свет есть. И есть во многих, потому что я был сегодня во многих районах города, и в центре, и на Фонтанке, и в других районах. Везде все светится, все как бы со светом проблем никаких нет. Также вчера еще была информация о том, что в офисе президента говорят, что в Одесской области удалось возобновить электроснабжение. В Одессе была самая сложная ситуация после последних ракетных обстрелов. Были попадания в несколько объектов энергетической инфраструктуры. Но вчера ночью энергетика вернулась в нормальных объемах. Ведь Одесса в последние дни находилась на минимуме мощностей. В этом заявил заместитель председателя от офиса президента Кирилл Тимошенко. Вот. Ну, в некоторых районах света нет, да, там люди сегодня перекрывали дорогу, там, по-моему, на Богдана Хмельницкого не было света. Ну, да, я же говорю еще раз, связано, видимо, с аварийными какими-то отключениями, возможно, перегорают какие-то щитовые или эти трансформаторы, ну, короче говоря, какие-то другие проблемы. Вот, электроснабжение в городе есть, все в порядке, все, улицы освещены, ну, короче, слава богу, все налаживается.